Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в пятую цивилизацию. Так, и как вы помните, мы тут хотим взять Атласкалу. В общем, добить окончательно ацтеков. Вообще конкретно их уничтожить, скажем так. Потому вот с пяти точек мы фигачим по Атласкале. Кстати, она, должен сказать, неплохо так-то защищена даже. Ну, что значит неплохо? То, что мы ее с трудом, должен вам сказать, пробиваем. Ну, думаю, на следующий ход уже пробьем. Рыцари тут, если что, у нас наготове. Единственная точка, с которой нападать непонятно. Так, ладно. Вы пока ничего не делаете. Все, в принципе... Следующий ход. Нормально. Ну, она, естественно, стреляет по этому пулемету. О, он, кстати, не погиб. Я думал, я его уже списал. Думал, он уже погибнет. А нет. Не погиб. Отлично. Нет, чувак. Никаких тебе пряностей. Ничего. Ничего я тебе не дам. Так, все, пошли дальше. Сейчас мы должны, по идее, забрать эту атласкалу. Хотя, может, и нет. Хотя, вроде бы, она уже сунется. Вроде бы, как конкретно она сунется. Да, сейчас, наверное, вот этим мы ее добьем. И тогда я вот этот пулеметик отвожу и на город нападаю. Что? А, все нормально. Несмотря на все мои усилия, вы победили меня. Возможно, теперь я обрету покой. Так, создать сателлит. Все, сколько тут у него? 6 ходов будет это. Тласкала обращен в другую веру. Ну, мне пофигу. Так, готова фабрика. Все, мы захватили еще один этот. Давайте теперь строить зоопарки усиленно. Ну и в целом нормально, чё. В целом нормально. Победили мы ацтеков. Теперь нужно теперь что? Теперь нужно подумать, с кем мы дальше будем воевать. И как мы вообще будем воевать. Но я думаю, с городами-государствами смысла нет воевать. С вот этим чуваком можно... вот у него тут куча городов. Ну, в принципе... И вот тут вот с Берлином тоже можно. Also, raus damit. А вот и наш кровожадный маньяк. Ну чё я, ну подумаете, захватил там этого. Ну ничего страшного. Так, ладно, пока мест давайте всех юнитов на свою территорию посадим. А, пока ничего не делайте, рыцари вы в хил. Все, следующий ход. Меня напрягает очень настроение. Ну ладно, я... Если чё, я просто смогу... Так, с Атилой открытые границы я не хочу. И на Дейли можно напасть. Ну, ладно, я думаю, мы воевать начнем уже... Уже начнем в эре с бомбардировщиками и так далее. Хотя, может быть, и раньше, на самом деле. А тут вот эти до сих пор катапульты, вон у них пикинеры. То есть я со своими пушками так-то буду гораздо круче смотреться. То есть, в принципе, можно с ними повоевать. Так, во-первых, здесь я хотел купить еще караван. Или грузовой корабль. Дайте грузовой корабль, варвары. Блин, ну варвары тут есть. Ладно, давайте мы купим, построим флот. Давайте мы купим морской порт. Теперь купим фрегат.
Вот, все. Так, повышение юнита. О, одна дополнительная атака, отлично. Укрепиться до излечения. Ну, вы пока на дежурство вставайте. Вы в муштру и тоже в хил. Ну, вы пока тоже на дежурство. Так, караван. Прокладываем путь вот сюда. Так, ты прокладываешь путь вон туда. Угу. Так, тут тоже на дежурство. Тоже на дежурство. Этих я тоже на свою территорию. Но если что, чтобы их апгрейдить просто было легче. Так, тут ребята, я смотрю, мне строят торговые посты. Красавчики. Еха! Вот, по деньгам у нас 150 заход нормально. Почему у нас такое недовольство? От городов, от населения, в городах сателлитов и от специалистов. Ну да. Сателлиты, конечно, тоже напрягают, но зато они денег дают нормально. 130 между нашими городами. Нормальная тема. Почему нет? Великий музыкант появился. Так, выбрать проект. В Афинах построили все, да? Я даже не знаю. Давайте больницу, наверное, построим. Или фабрику. Давайте фабрику построим. Так, торговый корабль. Ну вот, давай в Магадашино это. Поплыл. А чё ж у нас нет великого музыканта-то? Создать шедевр, провести концерт. Ладно, пока... Ну, ты сюда выйди и тут, пожалуй, усни. Так, у нас есть фрегат. Который может затопить вот эту вот штуку. Так, отлично. Все, фрегатом мы затопили нормально. Вообще, надо на море бы порядочки понаводить, а то как-то так стрёмно. Так, ну варвары должны уже перестать спауниться. Соответственно, у нас уже все должно быть нормально. Ля, у меня везде фабрики строятся, прикольно. Тут арена строится, арена даст радость, это хорошо. Сейчас у этого тоже недовольство спадет, тоже все будет хорошо. Цветилище, он тут обсерваторию строит. Кстати, интересно, а как у нас по этой демографии? Я на первом месте. Ну да, 57, нормально. По грамотности я впереди всей планеты. Так, так. Ага, вот зараза. Походу сейчас разграбит этот варвар вот этот наш торговый караван. Ну, ничего страшного. В принципе, разграбит и разграбит. Зато я их нашел, этих варваров. Я их уничтожу. А может и... Да не, разграбит по-любому. Надо было мне, наверное, четко по торговому кораблю плыть и все. И тогда бы он его не разграбил. А это вот, походу, они с этого... С этого... А, не, он куда поплыл. Шикарно. Пусть войны ведут... Так, открыли мы военную науку, замечательно. О, вон тут вас сколько. Так, ну давайте вот этот затопим, эту лодочку. Потом вот ту лодочку затопим. Так, ага, вот рыцарей можно уже поднимать. Это они в кого? В кавалерию поднимаются. Давайте поднимем рыцарей в кавалеристов. Замечательно. Пулемет Гатлинга, давай точность. А, это мне дал, да, город-государство? Сангай Белград передал мне юнита. Так, ну давайте мы, наверное, тут разведку будем проводить. Ибо интересно, что там, где и как. Так, и надо бы уже что-то для этого, для... А что у нас социальная политика? О, еще не скоро. Что тут можно купить для... А ничего тут на самом деле не купишь. Ладно, ничего страшного.
Мы довольство постараемся все-таки потом под, в общем, доделать нормально. Ну, что-то, конечно, пока они сильно недовольны. Так, Бразилия, ну что вы хотите-то, Бразилия? А вот это, получается, и вся империя этого чувака. Вот это вот такая стрёмная. Слушайте, можно его на самом деле реально завоевать. Это ж этот говнюк. А, это Китай какой-то. А, это Ассирия. Китай, с Китаем это мы сейчас... с Китаем это мы сейчас... Блин, говнюк. Так, путь проложили торговый. Текс. Вот эту вот шнягу надо... Ассирию. Надо бы ее... А с кем они дружат вообще, Ассирия? Так. Удзиянь. Атила, Бисмарк. А что вот это? Это тысяча, это ж значение, да? А у меня сколько, интересно? Это ж очки эти. А как их как-то они смотрятся? Вот, у меня 840, а у Бисмарка 1000. Хм. То есть у него там, видимо, армия, ой-ой-ой. Ну, по науке-то я первый. То есть, а что там еще может быть? Бисмарк, а он какую путь к победе, он интересно в какую идет? Технический прогресс, ну еще далеко, конечно. Так, ладно. А это вот это Китай, да? Так, кавалеристы, давайте проведите ко мне тут разведку. И пулеметчики тоже проведите. Так, а вы обстреляете эту лодочку. Отлично. Кавалеристы тут проводят разведку. Так, наверное, я вот этого буду захватывать. Единственное, мне надо со счастьем решить вопрос. И тогда все будет хорошо. Ну как счастье на самом деле это проблема. Но у нас потом социальные политики будут хорошие. Блин, золото с научных построек. Вот это, конечно, круто. У нас идеология. Нам надо идеологию принять, и все будет ништяк. Кстати, что у нас там изучается? Ага, вот как раз таки Бисмарк идет в туристическую победу. Рио-де-Жанейро тоже идет в туристическую победу. Остальные так себе. Я на самом... Ну, меня тут даже нет. Так, короче, понятно, он идет в туристическую победу. Все ясно. Ну и флот у него плавает. О, зараза. Обнаружен лагерь варваров. Так, замечательно. Слушайте, ну если это вот это вот все эти чуваки, то я не вижу вообще причин их не захватить. Если я еще где-то не найду. Ну, 14-я столица и два городка маленьких. Надо, наверное, их захватывать. Так, в таком случае давайте, наверное, подгонять тогда к... их границам войска. Тут всячески. И будем с ними воеваться. Да, посольство мы примем. Кстати, какая столица у Китая? 10. Ну, вообще стрёмная столица. Так, тут миссионера можно будет сейчас захватить.
Мы строим динамит. Скоро у нас будет динамит. Так, а вот что касается... У нас уже недовольство. А чё он голодает? Чё тут можно купить? Вон, давайте больницу купим. Все, уже не голодает. Город Конф тоже голодает. Давайте тут что-нибудь купим. Вон, тоже больницу. Все, уже не голодает. Так, а что ты ждешь приказа? А, тут типа эти скауты встали на пути. Так, караван. Прокладываем в Ванкувер. Все, следующий ход. А вы чё остановились? Идите сюда, идите все. Вернем эфиопам. Ну тут получается эфиопы, да? С той стороны. О, вот. Чё нам там ловить? Адис-Абеба. Туда как бы идти особого смысла нет. Пряности на железо менять не хочу. Да, с довольством, конечно, беда. Ваш город обращен в другую религию. Ну, ради бога. Я насчет религии не заморачиваюсь. Так, но у меня скоро... Ой, великий ученый, это хорошо. Пока отдыхай. Так. Угу. Так, а кстати, надо было бы подплыть и там пострелять. Тут, наверное, надо как-то вот так вот подбегать. Ладно. Фабрика готова. Замок. Ну, великий полководец нам нафиг не нужен. Давайте он лучше на культуру амфитеатр построим. Культура нам больше нужна, чем... Все остальное. Так, уже у нас, кстати, один этот. Одно довольство. Это значит, где-то что-то построилось. Или, может, какой ресурс добавили в сеть. О, еще довольство. Так, я тут хотел по этому лагерю пострелять. Фига тут поселенцы этих немецкие. Ну, охренеть. Что они там делают? Так, я смотрю, мои пулеметики уже подъезжают. Давайте я этих тоже буду подводить, второй отряд. Так, все, вы становитесь на границе. Кто тут у нас? Аркебузиры еще не воюют. Идите тоже сюда. Тоже пригодитесь. Так, построена мельница. Много чего тут можно строить. Ну вот давайте... Слушайте, давайте здесь построим... Я не знаю, давайте оперу, наверное, построим. То у нас опера нигде. Ну, а тут ветряную мельницу. Нормально. Постепенно наша империя отстраивается. Так, пулемет Гатлинга. А чё ты никуда не едешь? Езжай куда-нибудь туда, там разберемся. Ну, а ты сюда тогда встань. Чё, какая разница?
Терранова. Сейчас найдем всем. Не, не надо мне твои открытые границы. С Атилой нет. С Атилой я воевать не буду. Меня напрягает количество очков у Германии. Вот это вот 1300. С Китаем дружба, с Атилой дружба. Так, с Сангаем недоверие. А вот эти вот, кто они такие? Блин. Ассирия. Так. Сангай, гуны. Вот он, Ассирия. О, 245. Ну, тебя сам Бог велел завоевывать. Так, этот сюда. А, ну хотя... сюда, сюда. Ну, я думаю, можно войну объявлять на самом деле. Так, давайте тут тоже оперу построим. О, у нас же есть великий ученый. Давайте с помощью него исследуем электричество. Отлично. Электричество. Так. Ну и, наверное, надо идти в авиацию. Хотя вот тут можно в криогенику пойти или в радио. Ну, я все-таки хочу пойти в авиацию. Мы воюем, так что нам это больше, скажем так, нужно, нежели криогеника. Так, все, вставай на дежурство, тоже вставай на дежурство. Так, ты добивай этих чуваков. Блин, ну ты же не хочешь здесь город основать, ну в конце концов, Бисмарк. Это что за такая база у тебя? Ну ладно, в принципе, хочет, пусть обосновывает. Мне-то по большому счету пофигу. Так, кто ходит? Пулемет Гатлинга тоже на дежурство. А вот этот пулемет. Ага, вот так вот, да? Тогда вот этот надо сюда передвинуть. Вот, еще один пулеметик едет. Нормально. Текс, отличненько. Все у нас хорошо. Ладно, я тогда на этом, пожалуй, этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.